его можно декорировать. Для этого нам необходимо сахар, сахарная пудра и газовая горелка. Сахар будем карамелизировать сверху десерта. Для этого сахар тонким слоем посыпаем по всей поверхности. Посыпаем сахарной пудрой и также карамелизуем. Сахарная пудра сыпется для того, чтобы сахар не таял. Возьмем клубнику, ежевику и чуть смородины. Десерт фруктовый чебуст готов. Для того,